Добрый вечер, уважаемые онлайн-слушатели. С вами, как обычно, Сергей Багрий, менеджер-аналитик официального партнера компании «Альпари» в городе Кишинев, Республика Молдова. Если меня хорошо слышно, хорошо видно, подтвердите, пожалуйста, одним плюсиком. Напомню, для того, чтобы вы смогли задавать мне вопросы в чате, вам необходимо будет войти в личный кабинет. А в случае, если у вас нет личного кабинета, вам необходимо будет пройти регистрацию на сайте alpari.ru, благодаря которой вы получите ряд преимуществ и полный доступ ко всем сервисам компании Альпари. Тема нашего семинара – анализ текущей рыночной ситуации на основе уровней Фибоначчи. Мы с вами сегодня проведем анализ по основным кросс-курсам, но в конце семинара можно будет обсудить все ваши вопросы и пожелания. Ну что ж, вижу вашу реакцию, вижу ваших плюсиков. Всем большое спасибо. Пора начинать, приступим. Итак, откройте, пожалуйста, график валютной пары евро-британский фунт. Таймфрейм 1 час. Во-первых, хочу обратить ваше внимание на то, что тренд сменил направление. Был бычий тренд, стал медвежий тренд, ну и теперь опять же стал бычий тренд. На самом деле, медвежий тренд долго не продолжался. Мы с вами только получили подтверждающий сигнал о рождении медвежьего тренда, только вроде настроились на продажу, и тут же рынок развернулся, тут же валютная пара сменила направление, тренд сменил направление, стал бычий, и это случилось вчера, после того, как день закрылся выше максимальной цены 26 сентября, мы с вами получили подтверждающий сигнал о рождении бычьего тренда. Давайте мы с вами выберем основную волну импульса. Она началась с минимум 28 сентября, завершилась на максимум вчерашнего дня. Эту волну мы с вами выделим зеленым цветом, чтобы всем было понятно то, что тренд бычий. Ну и заодно хочу обратить ваше внимание на то, что сегодня я ожидал коррекцию, я сегодня ожидал отката, но, как видите, коррекции на 50% не было. Уровень 0.8665 не был достигнут, поэтому мы с вами остались вне рынка. Если растянуть линии Фибоначчи, вы увидите то, что коррекция составила примерно 23%. Давайте мы с вами это и сделаем. Ну что ж, сегодняшняя коррекция составила ровно 23%. Такая коррекция нас не интересует. Мы с вами входим в рынок только при коррекции на 50%, поэтому сегодня нам с вами пришлось остаться вне рынка. Также хочу обратить ваше внимание на то, что сегодня БКМ удалось обновить максимум вчерашнего дня, подтверждая продолжение тренда. Завтра мы с вами наверняка получим возможность открыть ордер на покупку, а пока что по валютной паре евро-британский фунт продолжаем оставаться вне рынка. Идемте дальше, рассмотрим валютную пару евро-швейцарский франк. Ну что ж, по валютной паре евро-швейцарский франк, несмотря на то, что в пятницу, несмотря на то, что вчера БКМ удалось обновить максимум 23 сентября, мы с вами так и не получили подтверждающий сигнал о развороте. Я напомню, основная медвежья волна, актуальная медвежья волна началась с максимум 23 сентября, завершилась на минимум 30 сентября. Сегодня третий день подряд валютная пара торгуется с повышением. Если, конечно, сегодняшний день закроется выше максимальной цены 23 сентября, мы с вами получим подтверждающий сигнал о развороте. Также я бы хотел вернуться по истории, обратили ваше внимание на то, что медвежий тренд продолжался примерно 3 недели. Подтверждающий сигнал о рождении медвежьего тренда мы с вами получили в день 12 сентября. Ну и вот, начиная с 13 сентября, мы с вами должны были начать торговать по тренду. На тот момент валютная пара торговалась примерно по цене 1.0940. И вот медвежий тренд, в принципе, завершился на минимум 30 сентября. Да, примерно чуть больше 2 недель.
Ну что ж, те, кто открыли ордер в начале тренда по цене 1.0940, в итоге получили возможность зафиксировать прибыль примерно в 130 пунктов. То, что касается текущей ситуации, рекомендую дождаться завершения сегодняшнего дня. Если, конечно, день так и закроется, выше максимальной цены 23 сентября, мы с вами получим подтверждающий сигнал о рождении бычьего тренда. Этим самым, начиная с завтрашнего дня, нам с вами необходимо будет развернуться и начать торговать по тренду, по бычьему тренду на покупку. Пока что вне рынка. Далее рассмотрим валютную пару евро-японскую иену. К сожалению, по валютной паре евро-японской иены мы с вами сегодня получили бы стоп-лосс. Валютная пара развернулась, валютная пара сегодня продолжила торговаться с повышением. Сегодня при росте уровень 114.50 был достигнут, а это как раз уровень, при достижении которого мы с вами получили бы убыток. Напомню, открыть ордер на sell нужно было по цене 113.25. Это как раз и есть уровень, при достижении которого состоялась коррекция на 50%. Последняя медвежья волна началась максимум 21 сентября. Но снижение мы так и не увидели. Мы увидели рост, мы с вами получили стоп-лосс. И очень важно, как закроется сегодняшний день. Опять же, если день закроется выше, мы с вами получим подтверждающий сигнал о развороте. Также хочу вернуться по истории. Обратили внимание в очередной раз на момент смены тренда, на момент рождения медвежьего тренда и то, как нам с вами нужно было торговать по медвежьему тренду. Итак, рождение медвежьего тренда состоялось в день 12 сентября. Открыть ордер на sell нужно было по цене 114.95 примерно. Цена ушла вниз на 285 пунктов примерно. Так что те, кто сумели открыть ордер в начале тренда, в итоге получили возможность зафиксировать прибыль. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что самая лучшая сделка – это та сделка, которая открывается в начале тренда при развороте. Это сделка с самым большим потенциалом, риск меньше, профит в разы больше, только то, что нужно дождаться фиксации прибыли, необходимо набраться терпения и дождаться тейк-профита. Иногда может этого потребоваться даже несколько недель. Но все-таки в итоге, как видите, рынок шел в нужном направлении. Те, кто открыли ордер еще в начале тренда, в итоге получили возможность зафиксировать прибыль. Идемте дальше. Рассмотрим валютную пару британский фунт, швейцарский франк. Итак, по валютной паре британский фунт, швейцарский франк тренд сменил направление. Вчера мы с вами получили подтверждающий сигнал о смене тренда. Давайте мы с вами выделим основную волну импульса, на основе которой мы с вами и растянем линии Fibonacci, определим уровни коррекции, определим уровень, при достижении которого нам с вами нужно будет продавать. Итак, основная медвежья волна началась максимум 29 сентября, завершилась на минимум вчерашнего дня. Эту волну мы с вами выделим красным цветом. Вчерашний день, как видите, закрылся ниже минимальной цены 26 сентября. Этим самым мы с вами получили подтверждающий сигнал о развороте. Сегодня в основном валютная пара торгуется в боковом диапазоне. Коррекция все еще продолжается. Я в ожидании достижения уровня 1.2575. Это уровень, при достижении которого состоится необходимая нам коррекция на 50%. Уровень, при достижении которого нам с вами необходимо будет продавать. Стоп-лосс выше волны импульса, выше уровня 1.2690. Размер стоп-лосса 115 пунктов. О целях мы с вами также поговорим чуть позже, так как необходимая нам коррекция на 50% еще не состоялась, поэтому спешить мы с вами не будем.
Нам осталось провести анализ по валютным парам: британский фунт, японская иена, швейцарский франк, японская иена, евро, австралийский доллар, евро, канадский доллар. Если пока что всем все понятно, доступно, жду вашей реакции, жду ваших ключиков. Или же, если есть вопросы, дайте об этом знать, напишите в чате, я обязательно отвечу и прокомментирую. Игорь пишет: евро-доллар, пожалуйста. Если время нам позволит, обязательно рассмотрим. Ну что ж, судя по вашей реакции, пока что вопросов нет. Идемте дальше. Рассмотрим валютную пару: британский фунт, японскую иену. Итак, тренд все еще медвежий. Роман просит провести анализ по инструменту ГАЗ. Роман, в списке наших инструментов нет такого инструмента, поэтому провести анализ не смогу. Итак, по валютной паре: британский фунт, японская иена. Тренд все еще медвежий. Открыть ордер на сел нужно было по цене 131.85. Опоздавшие получили возможность открыть ордер на сел чуть позже, с уровня 130.95. На прошлой неделе в основном валютная пара торговалась в боковом диапазоне. Но пока что, как видите, все еще находится ниже уровня 131.85. Поэтому те, кто в рынке с профитом и в ожидании продолжения тренда. Хочу обратить ваше внимание на то, что ожидаемая цель расположена на уровне стопа расширения Фибоначчи. Ну и последняя цель расположена на уровне 161.8 по расширению Фибоначчи. Во-первых, я ожидаю снижения уровня 120, до уровня 129.50. Ну и для тех, кто готов держать свою позицию на более долгий срок, последняя цель расположена на уровне 127.70. Пока что, как видите, никаких сигналов о развороте, пока что тренд все еще медвежий, и мы с вами продолжим торговать по медвежьему тренду. Елена спрашивает: золото и серебро. Опять же, если время позволит, рассмотрим. Леся спрашивает: можно австралиец по отношению к американскому? Также, если время позволит, рассмотрим. Швейцарский франк, японская иена, валютная пара, которая продолжает торговаться с повышением. Ну что ж, несмотря на то, что несколько дней подряд валютная пара торгуется с повышением, пока что подтверждающие сигналы о развороте мы с вами так и не получили. Последняя медвежья волна началась максимум 21 сентября, завершилась на минимум также 21 сентября. Открыть ордер на сел нужно было по цене 103.80. Стоп-лосс выше волны импульса, выше уровня 104.90. То есть 105.40, прошу простить. 105.40, пока что, как видите, этот уровень не был достигнут. Ну что ж, те, кто в рынке, пока что в просадке. Но подтверждающий сигнал рождения бычьего тренда мы с вами так и не получили, поэтому все еще в ожидании снижения франка по отношению к японской иене. Опоздавшим также рекомендую рассмотреть открытие ордера на сел только при преодолении уровня 103.80. Ну и то, что касается цели. Основная цель расположена на уровне 161.8 по расширению Фибоначчи, цена 150, уровень, при достижении которого мы с вами получим прибыль в размере 330 пунктов против стоп-лосса в размере 160 пунктов, соотношение 1 к 2. Далее рассмотрим валютные пары: евро-австралийский доллар и евро-канадский доллар.
По валютной паре евро-австралийский доллар все очень хорошо. Тренд медвежий, валютная пара продолжает торговаться с понижением. Сегодня медведям удалось обновить минимум 29 сентября. Это уровень, с которого началась коррекция. Ну и после того, как этот уровень сегодня был преодолен, мы с вами получили подтверждающий сигнал о продолжении тренда. Открыть ордер на sell нужно было по цене 1.4665. Стоп-лосс нужно было выставить выше волны импульса, выше уровня 1.4790. Размер стоп-лосса 125 пунктов. Опоздавшие получили возможность открыть ордер на sell в день 30 сентября и вчера 3 октября. То, что касается цели. Ожидаемая цель расположена на уровне 161.8 по расширению Fibonacci, цена 1.4400 с небольшим запасом. Учитывая то, что валютная пара сумела преодолеть 50% от размера нашего take profit, стоп-лосс рекомендую выставить в безубыток. Даже если валютная пара и развернется, в итоге можно будет выйти с рынка с нулевым результатом. Ну и давайте мы с вами рассмотрим последнюю валютную пару. Евро-канадский доллар. По валютной паре евро-канадский доллар ситуация не поменялась. Тренд по-прежнему медвежий, тренд продолжает развиваться, валютная пара продолжает торговаться с понижением. Актуальная медвежья волна началась с максимум 27 сентября, завершилась на минимум 29 сентября. Открыть ордер на sell нужно было с уровня 1.4775, хотя, минуту внимания, обращаю ваше внимание на то, что все-таки в день 30 сентября медведям удалось обновить минимум 29 сентября, подтверждая продолжение тренда. Здесь у нас очередная волна импульса образовалась. Итак, на основе первой волны импульса открыть ордер на sell нужно было по цене 1.4775. Со стоп-лоссом выше волны импульса, выше уровня 1.4940. Размер стоп-лосса 165 пунктов. На данный момент те, кто открыли ордер на sell, пока что с профитом и в ожидании продолжения тренда. Если говорить о следующей волне импульса, если говорить о сделке, которую нужно было открыть, вчера, сегодня с уровня 1.4700, то пока что, опять же, валютная пара находится в нужной нам зоне на территории медведей, и тренд продолжает развиваться. Ну что ж, первоначально открыть ордер на sell нужно было по цене 1.4775, опоздавшие получили возможность открыть ордер на продажу же, только по цене чуть хуже, по цене 1.4700. То, что касается цели, я ожидаю снижения евро по отношению к канадскому доллару до уровня стопа расширения Fibonacci. Ожидаемая цель 1.4500 с небольшим запасом. Ну и учитывая то, что валютная пара сумела преодолеть 50% от размера нашего take profit, стоп-лосс рекомендую выставить в безубыток. Даже если валютная пара развернется, в итоге можно будет выйти с рынка с нулевым результатом. Давайте мы с вами рассмотрим евро-доллар, рассмотрим золото, серебро. Итак, по валютной паре евро-доллар медведям удалось обновить минимум вчерашнего дня. Это очень важный уровень. Если сегодняшний день закроется ниже минимальной цены 23 сентября, мы с вами получим подтверждающий сигнал о рождении медвежьего тренда. Как видно, в последние несколько дней валютная пара в основном торгуется с понижением, и все-таки, скорее всего, тренд сменит направление. В сентябре было очень сложно торговать. Почему? Потому что в основном в сентябре был боковик, торговля велась в широком боковом диапазоне, из-за чего мы с вами получали ряд стоп-лоссов.
Но начиная с этого месяца, видно то, что некоторые активы уже вышли из боковика. Торговля началась вестись по тренду. Ну и сегодня я уже получил профит по нескольким сделкам и в ожидании фиксации прибыли по остальным сделкам. По евро-доллару я все еще вне рынка. У меня был открыт ордер на бай по цене 1.1235, но я получил стоп-лосс. Поэтому продолжаю оставаться вне рынка. Дождусь закрытия сегодняшнего дня. Если, конечно, день закроется ниже минимальной цены 23 сентября, мы с вами получим подтверждающий сигнал о развороте. То, что касается металла золота, тренд медвежий, тренд продолжает развиваться, металл продолжает торговаться с понижением. Я в рынке на sell с уровня 1329, я на данный момент с профитом и в ожидании фиксации прибыли. Давайте мы с вами вернемся по истории, я вам покажу, с чего все началось и как я открыл ордер на sell по цене 1329. Во-первых, обращаю ваше внимание на то, что основная медвежья волна началась максимум 7 сентября, завершилась на минимум 16 сентября. Коррекция на 50% состоялась в день 21 сентября. При достижении уровня 1329 мне удалось открыть ордер на продажу. Несколько дней подряд металл торговался с повышением против меня. Я находился в просадке. Но все-таки в день 27 сентября этот уровень был преодолен. Опоздавшие вновь получили возможность открыть ордер на sell. Ну и те, кто, конечно, сумели открыть ордер на sell, на данный момент в рынке с профитом. Стоп-лосс сперва я выставил на уровне 1355, позже я стоп-лосс выставил в безубыток, позже я стоп-лосс выставил в положительную зону, и вот недавно, буквально час назад, стоп-лосс я выставил на уровне 1290. Если даже и металл развернется, я сумею выйти с рынка с профитом. То, что касается цели, моя основная цель расположена на уровне 1270. Минимум сегодняшнего дня был на уровне 1282 примерно. Ну что ж, пока что стоп-лосс не сработал. Я все еще в рынке и надеюсь на то, что мне удастся в итоге закрыть ордер по тейк-профиту. Даже если это и не случится, в итоге я получу возможность зафиксировать прибыль в размере 390 долларов. Ордер был открыт 0,1 лотом. То, что касается металла серебро, у меня был открыт ордер на sell по цене 19.21. Take profit у меня был выставлен на уровне 161.8 по расширению Fibonacci. Сегодня мне удалось зафиксировать самую прибыльную сделку. Давайте мы с вами посмотрим историю счета. Сегодня мне удалось закрыть ордер по take profit с профитом плюс 405 долларов. Также мне сегодня удалось закрыть ордер по валютной паре британский фунт доллар США плюс 250 долларов. Стоп-лосс был выставлен в положительную зону. Валютная пара не достигла отметку 1.2730, но достигла отметку 1.2765. И на это спасибо, плюс 250 долларов, это также неплохая прибыль. Ну что ж, достаточно неплохо мы начали этот месяц. Вот уже за два дня текущего месяца нам с вами удалось компенсировать полученный убыток в сентябре. В сентябре, я еще раз напомню, было очень сложно торговать, был боковик. В основном мы с вами получали стоп-лоссы. Вот обратите внимание на то, что в основном большинство стоп-лоссов были получены в сентябре. Но вот благодаря пока что этим двум сделкам, британец, серебро, и вот на данный момент у меня открыто еще несколько сделок, в том числе и золото плюс 425 долларов, нам удалось компенсировать полученный убыток. И пока что, как видите, мы с вами сумели преодолеть отметку 11 тысяч. Ну что ж, все очень хорошо складывается.
Пока что больше нечего добавить. Все еще наберемся терпения и дождемся продолжения тренда. Ну и давайте мы с вами рассмотрим австралийский доллар, доллар США. Была такая просьба. По валютной паре австралийский доллар, доллар США, тренд медвежий. У меня открыт ордер на sell с уровня 0.7648. На данный момент я в рынке с профитом около 7 пунктов. То, что касается стоп-лосса, стоп-лосс у меня выставлен выше волны импульса, выше уровня 0.7720, размер стоп-лосса $70 или 70 пунктов. И то, что касается цели, я ожидаю снижения австралийца по отношению к американскому доллару до уровня 161.8 по Рошере Фибоначчи, цена 0.7500. Роман пишет, рад за вас, я рад и за меня, и за вас. Я надеюсь на то, что те, кто торгует по данной торговой стратегии, сумели получить прибыль и компенсировать полученный убыток в сентябре. Рано или поздно, конечно, флэт заканчивается, начинается тренд, а в трендах нам с вами очень хорошо удается торговать и зарабатывать. Эта стратегия трендовая, поэтому лучше всего заработать удается именно в тренде. Как начинается боковое движение, как начинается флэт, у нас стоп-лоссы. Но опять же, стоп-лоссы, как я вам говорил, были, есть и будут, не без этого. Главное, чтобы мы с вами придерживались правил данной торговой стратегии и следили за нашим money-менеджментом. Ну что ж, у меня на этом все. Хочу напомнить о том, что в этом месяце, 12 октября, у вас появится возможность посетить семинары известного американского экономиста и трейдера Насима Талеба. Насим Талеб – известный ученый, признанный мыслитель современности и финансовый гуру. Он же является автором мирового бестселлера «Черный лебедь». Семинар пройдет 12 октября в Москве, поэтому все желающие смогут приобрести билеты со скидкой в размере 10% по следующей ссылке. Эта скидка предоставляется только клиентам Альпари, поэтому те, кто хотят посетить семинары известного трейдера, те, кто хотят узнать, как добиться успешного результата в трейдинге, приобретите билеты на семинары Насима Талеба. Итак, пройдя по следующей ссылке, вы сможете приобрести билеты со скидкой в размере 10%. Ну и более подробно о самом авторе и о его семинарах вы сможете ознакомиться также по следующей ссылке. Если больше нет никаких вопросов, я хотел бы увидеть вашу реакцию, хотел бы увидеть ваших плюсиков. Ну и на этом мы с вами попрощаемся. Давайте смелее, все те, кто сегодня сумели подключиться к нашему семинару, к нашему чату, подтвердите плюсиком, если все окей, или же, если есть вопросы, я вот за эти 2 минуты, которые нам остались, готов ответить. Пока что вижу реакцию всего лишь нескольких участников. Давайте смелее. Ну что ж, следующий семинар состоится завтра утром в 10.00 по Москве. В это время у нас запланирован обзор по основным валютным парам и металлам. Ну что ж, время прощаться. С вами, как обычно, был Сергей Багрий, менеджер-аналитик официального партнера компании Альпари в городе Кишинев, Республика Молдова. Всем желаю хорошего дня, хорошего вечера, удачи во всем, берегите себя. До скорой встречи, до свидания.